Погода соответствует. Прибытие. Прибытие. Неужели в космос? Я думаю, что три наиболее волнительных момента были за все время моей экспедиции. Это, соответственно, естественно, это выведение на Байконуре. Это первое ощущение невесомости. Вот. Далее очень волнительный момент был, это когда у нас была работа, связанная с выходом в открытый космос. Ну и третье, конечно же, сама посадка, само возвращение на Землю. Нет, через космический костюм, конечно, не чувствуется. Чувствуется на кончиках пальцев, потому что кончики пальцев, они сделаны и менее защищены, чтобы чувствовать, что ты делаешь руками. И, соответственно, вот это резиновые колпачки, они через них очень хорошо передаются и нагрев солнечный, и остывание.